Ну как можно не любить селедку, особенно когда приготовили ее сами, с маринованным лучком, в пряном посоле, а особенно если подать еще и картошечку в мундире. Ну это просто глаз радуется. И сейчас покажу, как можно дома сделать вкусную, быструю, даже лучше, чем магазинная. Для начала нам нужно подготовить рыбу. У меня здесь две скумбрии без головы. Нам нужно выпотрошить и хорошо ее помыть. Если есть голова, то нужно ее обрезать. Все, здесь мы ее помыли, она у нас чистенькая. Рыба хорошая, плотная. Напоминаю, свежемороженая рыба. Берем миску, отправляем туда нашу рыбу, добавляем горошком перец. Все пропорции напишу под видео. Лавровый лист одну штучку. Кто-то не добавляет, говорит, горчит. Но хочу вам сказать, ничего оно не горчит. Добавляем соль, сахар. Заливаем водой, чтобы покрыло всю нашу рыбу. И хорошо нужно размешать, чтобы растворилась у нас сахар и соль. Заливаем такой тепленькой водичкой, чтобы быстрее растворилась. Накрываем это все крышкой и отправляем в холодильник на двое суток. Все, прошло у нас двое суток. Аромат, конечно, рассола пахнет на всю кухню. Затем, вот она у нас получилась такая еще плотнее, упругая стала. Чистенькая, красивая. Затем режем ее на такие кусочки. В принципе, она уже готова. Но я хочу ее еще замариновать. Такие луковички разнокалиберные. Режу полукольцами. Берем судочек, половину лука выкладываем на дно судочка, сбрызгиваем яблочным уксусом буквально на глаз. Сверху укладываем плотненько нашу селедку. Оставшийся лук сверху. Сбрызгиваем еще яблочным уксусом. Можно даже взять сок лимона, сок лайма, обычный уксус 9%. Все это заливаем до половины алией и отправляем в холодильник на 2 часа. И все, рыбка наша готова. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем приятного аппетита!